Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на канале «Посылки из Китая». Давайте открывать посылочки, которые я получил в этот раз. Так сказать, очередные. И здесь первая посылка у нас какая-то лампочка. Такую лампочку я как-то делал в подборке 10 товаров и указывал, что в принципе хорошая, ну, пригодная вещь. Надо посмотреть, как она светит. Ну а вообще штуковина предназначена для какого-нибудь кемпинга, да, в принципе, можно так, не обязательно на природе, где-нибудь в сарай, как фонарик использовать, имеется хороший нормальный такой крючок подвесить. Работает от 3 пальцев 3А. Имеет 3 режима свечения. Первый – это яркое свечение, второй – более тусклое, и третий – режим мерцания. Хорошая фишка. Так, давайте следующую посылочку будем открывать. Здесь у нас какой-то холдер. Имеется 2 присоски. Странно. Отверстие 3. Нет, 3 присоски вставляются вот сюда, в эти отверстия. И улитка крепится, ну, на плитку, естественно. Это знают даже дети. На какую-то гладкую поверхность. Сюда вы можете закинуть зубные щетки, зубную пасту. Отверстие очень большое и, ну, влезет реально всего много. Ну, имеется, конечно, вот такой дефект здесь. Литье пластмассы не очень. Сливное отверстие, чтобы вода стекала. Так, а под раковиной мы с вами видим это... В принципе, издалека выглядит достаточно неплохо. По размеру, ну, вот смотрите, приблизительно с мою ладонь. Ну, неплохая вещь за небольшие деньги. Так, следующая посылочка. А в блистере находится ELM-327. Этот адаптер предназначен для того, чтобы считывать ошибки в вашем автомобиле. Ну, точнее, не обязательно в вашем, вообще в автомобиле. Вставляете его и через Bluetooth протокол подсоединяете... Устанавливаете программу на телефон, подсоединяйтесь к этому адаптеру и можете прочитать ошибки, посмотреть какие-то результаты, замеры, то, что не показывает у вас приборная панель. И в комплекте имеется вот такой диск. Эти Bluetooth адаптеры имеют 2 версии, как прошивки, правильно, наверное, сказать. Хотя, может, не прошивка. Ну, в общем, имеют 2 версии. 1.5 и 2.1. Одна из версий предназначена для машин до 90 каких-то годов, вторая версия свыше 96-го, по-моему, если я не ошибаюсь. Это можно все узнать на сайте. Конечно, это же так просто! Китаец, как бы его назвать? Нехороший человек. Редиска. Подсунул мне этот ELM версии 2.1, хотя я точно помню, что я искал и смотрел в описании, было указано 1.5. На сегодняшний день в этом магазине ELM-ок нет. Так, давайте откроем следующую посылочку. Здесь нам хорошо запаковали вот такие 3 USB-зажигалочки. Я уже как-то заказывал USB-зажигалки. И, ну, точно такие же, единственное, что они были без блистеров. Они приходили просто в целлофановых пакетиках. Эти, знаете, как будто предназначены для... какого-то магазина, имеется петелька, чтобы подвесить отверстие. Так, давайте откроем, покажу вам, как работает. Не все, наверное, зрители, которые смотрят это видео, видели, как работает данная зажигалка, поэтому покажу. Так, зажигалка имеет 2 режима. Первый режим – это у нас зарядка по USB. И второй режим, сама зажигалка. Также имеется индикатор, то, что она у вас включена и работает. Вы ее включили, она тухнет, ну вот буквально через там секунд, наверное, 7-10, чтобы не было случайных воспламенений. Потом ее просто защелкнули, и она у вас отключается. Здесь то ли реле какое-то стоит, то ли что, не знаю. Но вещица прикольная. Единственное, что вот эта панелька выгорает, наверное, месяца за 2. Ну и становится такая грязная, вся черная от сигарет. Так, и давайте вот подожжем вот эту бумажку. Вот, дымок видно идет. Да, на камеру вижу, что идет.
И вот видно, что бумажка горит. В этом видео, как и в остальных, проходит конкурс. Единственное отличие составляет приз. Либо 100, либо 300 рублей на ваше усмотрение. Поставили лайк, подписались на мой канал, оставили абсолютно любой комментарий, и вы принимаете участие в розыгрыше на 100 рублей. Если вы сделаете репост этого видео у себя на странице, разместите ссылку вашей страницы в комментарии, тогда вы принимаете участие в конкурсе на 300 рублей. Победитель будет всего один, либо 100, либо 300 рублей. Решайте сами. А мы едем дальше и открываем посылочку. Единственное, что хочу добавить, страница не должна быть фейковая. Кто не знает, что такое фейковая страница, можете погуглить. Ну, а вообще в двух словах, это действительно ваша страница, на которой есть различная информация, а не только анимешные картинки, картинки животных. Так, и здесь у нас находится вот такая LED-лампа с цоколем E27, лампа диодная. Вот эта штука у нас, наверное, выкручивается, да, очень как-то плавно идет. А может, не выкручивается, черт возьми. А, ну вот здесь винтик откручивается. Ну, там мы ничего не увидим, там будет просто находиться сама плата с диодами. Так, ну посмотрим, что это за лампа. Эта лампочка имеет существенное отличие от предыдущей, которая была на позапрошлой распаковке. Во-первых, цоколь, естественно, E27, а та подключалась по USB или микро-USB. Во-вторых, там постоянно менялось свечение, то есть цвета всегда переливались. Здесь цвета остаются неизменными. Три цвета, зеленый, синий и красный, но за счет встроенного моторчика и вращающейся вот этой колбы, получается вот такая вот картинка. Забавное решение, и моторчик не очень сильно напрягает, практически бесшумный. Вот это здорово! Следующая посылочка. И здесь у нас находятся вот такие USB-разветвлители. В вашем компе мало USB-портов, или вам надо сделать удлинитель от телевизора, вынести куда-то флешку, добавить еще что-то, поставить просто даже на несколько телефонов одновременно на зарядку, но у вас нет возможности. Приобрели вот такую штуку, и у вас дополнительных 3 слота. То есть один слот у вас забирается и дается еще 3, так как эта штуковина на 4 слота. Здесь ровно 4 дыры. Кто досмотрел до этой минуты, мои постоянные подписчики, можете уже выключать смело. Вам говорю пока. Ничего личного, просто бизнес. Те, кто первый раз у меня на канале, продолжаем смотреть. Так, открываем посылочку. И здесь у нас находятся USB звуковые карты. Это не профессиональная, но она заменяет обычную звуковую карту. И здесь то же самое, единственное отличие, что там на корпусе регулировка звука, здесь обычная USB-ха, по ценнику это буквально там на 10 центов, наверное, дешевле. По качеству звучания они идентичны, что те, что эти. Последняя на сегодня посылочка. Здесь у нас находятся пауэрбанки. Точнее, не пауэрбанки, а корпуса. Так. На одну батарею 18650. Как-то только не очень мне нравится. Стенка белая, сам корпус, основная часть черная. Но в подарок идет вот такое вот колечко. Здесь имеется отверстие. Просунули его, затянули кольцо, и можно, ну, на ключи вряд ли, но где-то на рюкзак какой-то повесить очень удобно. Но это для тех, кому достаточно буквально пару тысяч ампер-часов для счастья. На этом я с вами прощаюсь, не забываем про конкурс. Всем пока!